Это мобильный офис, который мы запускаем в Киеве в первую очередь. И потом думаем запустить такие мобильные офисы по всей Украине, особенно в селах, где условия для полицейских не очень, и где не каждый человек может сразу обратиться к полиции. Вы знаете, они будут мобильными, они не будут только вот ехать и все. Они как бы вот здесь будут сидеть полицейские, вот так красивые девушки полицейские, которые там стоят. И люди могут разговаривать, написать заявление, кстати. Могут узнать там ответы на вопросы, которые их интересуют.